Да. Раньше у нас вообще, ну, ко мне почти не получалось, а сейчас прям, он хоть и смотрит в другую сторону, но она ко мне четко приходит, ну, почти всегда. Это... Вот смотри, сейчас они с Пумкой гуляют. Сейчас потихонечку бери в руку поводок. Лакомство приготовь сразу в руки. Потихонечку бери в руку поводок. Да, за краешек. А мы что, отследили строгача? А, да. Подзывай. Дан. Не надо, Дан, ты ко мне просто. Быстрее, Алиса. Ко мне. Да. Молодец, хорошо. Да. Гуляй. Гуляй раньше надо. Понял? Я только его покажу. Ходи за ним. Ходи. Ходи за ним. Да, ходи. Ходи. Отпусти, потом возьмешь. Отпусти, потом возьмешь. Ты, если будешь держать, ты просто перепутаешь и все. Хвостик наш какой. Бери поводок, Алис. Бери с краю, быстро, да. Ну, через пум. Бери пум. Перекинь просто. Да. Чего ты? Ты ее боишься? Нет. Что такое? Я, ну, я сейчас дергаю. Я думаю, о, на сначала... сумку. Да я сам сегодня так. Она говорит, она уже была у него в прошлый раз. Да. Подзывай. Ко мне. Молодец, хорошо. Ага, гуляй. Отпускай. Да, бросай поводок. Господи, слюня. Сколько весит? Не взвешивала уже. А как ты ему даешь? Ну, 40, мне кажется, точно. 40 нету. Нету? 35 где-то я даю, получается... Полторы, да. 35, да? Ну, я вот перед тем, как давать ему листогонное, я взвешивала его. Было около 35, там тут 34 с чем. А когда ты давал? Пару недель назад. Ну, что я говорю, уже 40 есть. Да нету 40. Я взвешивала. Бери поводочек, только аккуратно, чтобы он не переключался. Если получится. А, ну, можно, в принципе, а сколько? Я это, ну, поводок, бери, да. И отходи, и отходи. Подзывай. Ко мне. Молодец, хорошо. Да. Ай, браво. Гуляй. Да. Отпускай. Сейчас вообще я не дергала. Да, правильно сделала. Правильно. Молодец. Молодец. Отойди от них, отойди. Да. Обслюнявил ее, она не меньше. У нее своих слюней мало. Ну, поводочек бери, Алис. И почеты со мной не играют. Да. Посох. Да, вот так, подзывай. Ко мне. Молодец, хорошо, Айбра. Да, хорошо. Хорошо. Мы сегодня по рынку с ним ходили. Я Алисе чудеса тренировок Антуана Наджаряна показал. А мы в этом на море не ходили? Нет. Затем от намордника уже остались. Одна